Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Медгуру. Мы продолжаем серию встреч с экспертами эндокринологического научного центра. И у меня в гостях старший научный сотрудник центра, кандидат медицинских наук Анна Железнякова. Анна Викторовна, здравствуйте. Добрый день, Тамара. Анна Викторовна, мы хотели сегодня с вами поговорить про такую проблему, как инсулинорезистентность и лишний вес. Как они взаимосвязаны и как, собственно, с этим можно справиться. Давайте начнем с основ. Что такое инсулинорезистентность и почему она развивается? Давайте, Тамара. Что такое инсулинорезистентность? Если начать от словообразования, это тот момент, когда наш организм перестает чувствовать наш инсулин, наш гормон в полной мере. То есть тогда, когда идет поломка чувствительности ткани к инсулину. Как это происходит? Все это развивается на фоне ожирения. К сожалению, сейчас в наше настоящее время ожирение – это бич, это проблема 21 века, и людей с ожирением становится все больше и больше. Причины мы, наверное, обсудим сейчас, если успеем. Вот. И когда у нас избыток нашей жировой ткани, жировая ткань запускает такие процессы, которые препятствуют воздействию, нормальному воздействию физиологическому нашего инсулина. И получается, что инсулина в организме много, да, то есть если мы возьмем анализ, показатель будет выше нормы даже, и вроде как его много, но действие его не будет производиться, потому что ткань его не будет чувствовать. И все это благодаря тому, что именно ожирение, жировая ткань производит липолиз, и такая происходит ситуация. То есть, в принципе, первично это ожирение, а потом уже развивается инсулинорезистентность. Все верно, Тамара, да. Если разбирать с самого начала, да, то есть мы чуть-чуть начали, забежали вперед, начинать надо с ожирения. Потому что, когда жировая ткань начинает у нас накапливаться, мы, когда человек набирает вес, он набирает не просто килограммы, которые мы как носим, говорим, как не просто мешок сахара на себя повесили и ходим. Это не инертная ткань. Жировая ткань, она метаболически активна, она гормонально активна, она даже эндокринологическая наша ткань. Она продуцирует гормоны. Вот эти гормоны, они начинают воздействовать, запускать такие процессы, процессы липолиза, процессы разрушения. И дальнейший весь каскад действий приводит к тому, что идет нарушение обычного нашего физиологического процесса в организме, нашей обычной работы организма. Поэтому сначала ожирение, потом развивается инсулинорезистентность, если нет на то других каких-то генетических причин развития того же самого сахарного диабета. Потому что инсулинорезистентность – это то состояние, которое предшествует развитию сахарного диабета второго типа, которое сопровождает его всю жизнь, которое входит в состав так называемого метаболического синдрома, в который входят также и артериальная гипертензия, и нарушение липидного спектра, повышение холестерина, а также ожирение. А почему инсулинорезистентность влияет на то, как человек может быстро похудеть? То есть, и, ну, даже вопрос в том, влияет или нет. Скажем так, сначала человек набирает вес, набирает жировую ткань. Жировая ткань начинает активно делать свою, скажем так, грязную работу, да, по препятствию действия обычного инсулина, и начинает появляться уже инсулинорезистентность. И человек не потому, что не может похудеть, потому что у него инсулинорезистентность, а он не может похудеть, потому что он уже набрал свой вес, да, набрал какую-то определенную часть жировой ткани, и жировая ткань действует против него. Да, она гормонально активна, она гормонально препятствует. Она, знаете, как снежный ком. Чем больше ее, тем больше она себя кормит. То есть люди, которые начинают набирать вес понемногу, то есть они полнеют постепенно. И эта же самая ткань, она сама себя, скажем так, делает так организму, чтобы саму себя продуцировать. То есть заставляет человека есть, заставляет меньше двигаться, как раз вырабатывает вот эту инсулинорезистентность, то есть она обеспечивает инсулинорезистентность. И инсулин уже тоже не может. Что такое инсулинорезистентность для нас? Это не как смысл похудеть, или там могу я похудеть, не могу. Это такой некий прогностический звонок того, что разовьется у вас нарушение гликемического контроля, да, нарушение гликемии, нарушение сахара, или не разовьется.
для нас вот это ключевое. Как мы можем его диагностировать, вот этот инсулинорезистентность, да? То есть, когда человек с ожирением, он... есть, знаете, как еще, Тамар, есть метаболически здоровое ожирение и метаболически нездоровое ожирение. Сейчас, кстати, ученые очень изучают этот вопрос. Очень интересный момент. Не все люди с ожирением имеют инсулинорезистентность. Отнюдь. То есть есть метаболически здоровое ожирение. И вот это метаболически здоровое ожирение, оно представляет очень большой интерес. Почему, имея большой запас жировой ткани, да, эти люди не развивают ту же самую инсулинорезистентность и не развивают изменений обмена глюкозы. Не развивают ни преддиабет, ни диабет сам как таковой. Вот. Но те, которые развивают, они как раз представляют собой вот эту большую часть, большую когорту людей, которые находятся под риском, риском развития самого диабета. И первое, что надо для пациентов, которые вот к нам, да, приходят, и которые, ну, на что им надо обратить внимание, да, если пациент с ожирением, это посмотреть, есть ли у него нарушение углеводного обмена, есть ли у него вот эта инсулинорезистентность. А вот, допустим, у человека есть инсулинорезистентность. А снижение калорийности будет также эффективно для снижения веса при разных индексах массы тела? Конечно. Но только у меня вопрос к вам. Что вы подразумеваете под инсулинорезистентностью? Как бы вы ее ставите во главу угла всего? Нет, потому что все говорят, что если есть инсулинорезистентность, то похудеть сложнее, что даже если уменьшить калорийность, то эффективность диеты будет сильно меньше. И что вначале нужно скорректировать именно вот усваиваемость глюкозы, да, а потом уже будет эффективная диета. Абсолютно другая последовательность. Да. Неправильно. Ну, то есть это все перевернуто с ног на голову, потому что сначала у нас накопление жировой ткани, которое препятствует действию инсулина, развивается инсулинорезистентность. Когда мы ограничиваем калораж продуктов, мы, соответственно, разгоняем наш метаболический, наш обмен. Обмен запускается. Мы снижаем вес, снижаем жировую ткань. Таким образом уменьшается инсулинорезистентность. То есть сама по себе инсулинорезистентность – это такое слово, которое, ну, красиво звучит, но за собой это, ну, как бы свершившиеся там факты или что-то такое. Оно не является первоисточником, да, или тем как бы смыслом, куда мы должны смотреть. Совсем нет. Хорошо, а если говорить про механизм, что вот мы съедаем углевод, а углевод превращается в сахар, сахар не усваивается и идет отложение жировой ткани. Это так? Так, да. Но сахар не усваивается, идет отложение жировой ткани. Почему? Потому что до этого уже было много жировой ткани. Поэтому когда мы... наша же задача, да, это в первую очередь, это у человека ожирение или избыточная масса тела. Вот мы, наша задача – снизить эту избыточную массу тела, снизить ожирение, снизить жировую ткань для того, чтобы она не препятствовала вот этому действию инсулина. То есть тут как бы получается одно за одним, что первее, яйца или курица, да? Да-да-да, вот из этой серии. То есть человек, по сути, вот у него уже ожирение, он уже получил свою инсулинорезистентность. И что делать дальше? То есть все углеводы, большая часть углеводов, которые он съедает, идет в жир, и он еще больше поправляется. Это тогда нужно прям резко уменьшать калораж или идти к эндокринологу, и есть какие-то медикаментозные способы повысить усваиваемость глюкозы? Как здесь быть? Вот ключевой вопрос, что делать, да? Это самое главное, это снизить калораж. А раньше мы говорили, у нас были вот, даже когда мы вели школу ожирения, мы говорили, что нужно уходить на 1200, это самый минимум, то есть не совсем, а так вот 1800 килокалорий, а там, ну, 2500. Сейчас наша позиция немножко поменялась. Вот если мы все-таки инсулинорезистентность мы сейчас чуть-чуть уберем, мы возьмем ожирение, да, и мы говорим о том, что для того, чтобы снизить вес, правильно снизить вес, потому что пациенты становятся с избытком массы тела и в ожирении, они не за вот так вот, не за месяц, не за два, да, а это достаточно длинный, долгий путь жизненный, которым они развивали свои привычки питания,
привычку гиподинамии и всего прочего. И чтобы похудеть правильно, надо снижать свой калораж, как мы сейчас говорим, где-то калорий на 500, на 1000. То есть изначально пациент, который хочет встать на правильную, ну, на тропу истины, да, и восстановить свой вес и свою физическую форму, ему сначала надо посчитать свои калории, сколько в день он потребляет. По-честному, без всего, несколько дней подряд сделать средний свой калораж продукта. Вот сколько он ест. Некоторые люди 3,5 едят тысячи, кто-то 5. Некоторые умудряются 10, а кто-то вообще по 15 тысяч калорий. И вот если мы человеку с 15 тысяч калориями скажем, давай, дорогой, на 1200, да? Ну, представляете, да, что будет с пациентом? Он, конечно, скажет, до свидания, доктор. А нам важно, чтобы вот этот момент снижения веса, он был правильный. Цель была достигнута. Поэтому пациент считает, сколько он потребляет. Убираем от этого суммы, от средней суммы, от 500 до 1000 килокалорий. Да? То есть если он там ел 4000, он идет на 3. Если он 2,5, то на 2. И дальше мы снижаем вес. Вот эти изменения хотя бы на 500, на 1000 килокалорий в сутки уже даст правильный результат. Какой правильный результат? Все хотят же что? Чтобы вот мы купим наш вес годами, а похудеть мы хотим вот так, магическая таблетка, и 2-3 месяца, пожалуйста, минус там сколько-то, 5 килограмм. Так не бывает. Для того, чтобы похудеть правильно, да, мы должны объяснить пациенту, что путь длинный, долгий, и надо видеть всегда цель в конце туннеля. Поэтому надо как бы запастись тем терпением, которое пациент должен в себе нести. И объяснить ему, что наша цель похудеть на 5-10% от массы тела за 3-6 месяцев, и потом в течение года это удержать. То есть, грубо говоря, если пациент весит 100 килограмм, ему нужно похудеть на 5-10 килограмм за 3-6 месяца и удержать это в течение года, ну и больше. То есть не только похудеть, но еще и удержать. Потому что худеть, скинуть можно быстро, а удержать тяжело. Чаще всего пациенты, когда ограничивают себя очень сильно в калораже, в энергетических ресурсах, они худеют достаточно быстро, легко, но потом этот даже ребаунд-эффект, когда набирают еще больше через какое-то время. Вот. Поэтому мы объясняем, что снижаем килокалории, увеличиваем физическую активность и разгоняем, получается, это метаболизм организма. То есть мы говорим пациентам, что мы должны вот эти весы съел и потратил, да, мы должны на потратил чашу опустить. Да, потребление и расход. Потому что чаще всего, когда идет ожирение, у нас потребление превышает то, что мы расходуем. И когда у нас будет расход превышать потребление, тогда начнется как раз снижение массы тела. И вот тут уже тогда у нас эта пресловутая наша инсулинорезистентность будет снижаться. А всегда ли при нормализации массы тела уходит инсулинорезистентность? Чаще всего да. Мы не можем обещать, что прям совсем полностью она уйдет, но по факту это получается звенья одной цепи – ожирение и инсулинорезистентность. Это, как я объяснила уже, инсулинорезистентность, она появляется из-за того, что жировая ткань, да, действует, производит контринсулярные гормоны на препятствие действия инсулина. Убирая вот эту метаболическую, эту жировую ткань, мы убираем препятствие, ну, то есть эту препятствие для инсулина. Инсулин начинает нормально действовать. То есть наша задача – это объяснить пациенту, что мы замещаем жировую ткань и развиваем мышечную. Ту мышечную ткань, которая будет как раз расходовать вот эту энергию, которая будет чувствовать инсулин, которая будет потреблять глюкозу в нужном количестве и правильно. Вы сказали, что при лишнем весе не всегда развивается инсулинорезистентность. Как тогда проверить, какие анализы сдать, на что посмотреть? Да, очень вот эти люди замечательные, которые у нас живут и есть, которые метаболически здоровые, ожирение так называемое. Что нужно сделать? Надо пациентам сделать орально-глюкозотолерантный тест, который мы проходим вот на предмет диагностики даже того же самого диабета. Можно сначала сдать глюкозу натощак, одну, это, грубо говоря, одну точку вместе с инсулином. Потому что, опять же, мы немножко тут с вами коверкаем теорию.
Нам не надо диагностировать инсулинорезистентность. Она нам не нужна как диагноз. Это, ну, это факт ожирения. Ну, то есть это можно приравнять к ожирению, с одной стороны, и того, что вот она есть, нет ее, не имеет смысла. То есть тактика не меняется от этого. Большой у вас инсулин, низкий у вас инсулин. Вам все равно надо снижать калории и развивать физическую активность, по большому счету. Конечно, можно смотреть на, вот, допустим, в нулевой точке вы сдали сахар и инсулин, и у вас там высокий инсулин, и вы, о, как неплохо, а потом через какое-то время вы похудели, посмотрели, инсулин там снизился, и это будет для вас мотивационным фактором. Но по большому счету, вот в клинических рекомендациях, во всем остальном, мы на это особо не обращаем внимания. Ну, то есть обращаем уже, когда там диагностируем там диабет или еще что-то такое. То есть для нас важно это глюкоза, да, то есть нарушение именно углеводного обмена. Поэтому мы здесь такая же тактика, как вот диагностика преддиабета, нарушение гликемии натощак, нарушение толерантности глюкозы, когда вот мы вот эти состояния диагностируем и фиксируем. А их мы диагностируем, фиксируем это обычным точкой глюкозы утром, да, тыщиковой, это будет плазма или палец, или ну, что угодно, в какой лаборатории. И плюс к нему можно взять как раз и инсулин, посмотреть инсулин. Но ни в каких алгоритмах вы не найдете, что инсулин необходимо брать. Это только вот ваша некая такая вот, или там врача, который хочет вас тоже мотивировать для того, чтобы вот, было видно, что вы не зря боретесь, не зря выходите, не зря худеете, чтобы, потому что пациенты любят циферки и четкие понимания, что вот у меня было вот столько-то, а сейчас стало столько-то. Я молодец. Ну, ради этого, конечно, можно, конечно, сделать, но... Хорошо. Если инсулинорезистентность является преддиабетом, а есть человек с инсулинорезистентностью, он не худеет, ну, по каким-то причинам не хочет, не может, не получается, еще что-то. Ему же назначается какая-то медикаментозная терапия? Или вот на данном этапе ничего не нужно, на преддиабете действует только диета? Смотрите, такой каверзный вопрос на самом деле. А у нас в России зарегистрировано только 3 препарата фармакологических для лечения ожирения. Когда у нас есть нарушение в обмене глюкозы, тогда мы можем давать пациенту препарат для лечения диабета и преддиабета, соответственно. Это он улучшает чувствительность ткани к инсулину как раз и уменьшает инсулинорезистентность. Но, опять же, этот препарат мы можем дать только тогда, когда мы диагностировали. Диагностировать преддиабет, да, нарушение гликемии натощак, нейтралитарности глюкозы, мы можем через оральный глюкозотолерантный тест. То, что вот я вам как бы начала, да, говорить, мы это немножко не закончили. Тот тест, который мы уже с вами обсуждали, да, это 2 точки. Нулевая выпивает пациент, нулевая на исходная точка натощак, потом выпивает он 75 грамм глюкозы и через 2, в стакане воды ничего не ест, особо не двигается, не курит. И через 2 часа мы повторяем вторую точку, точку как бы после нагрузки, да, на 120 минутах. И мы смотрим, соответственно, нулевую точку, это какая вообще изначально глюкоза, и глюкозу после нагрузки внутри. Параллельно с ней можно, опять же, посмотреть и инсулин, да, глюкоза натощак, инсулин натощак, глюкоза натощак, глюкоза после нагрузки, инсулин после нагрузки. И вот мы это смотрим, да. И если у нас есть нарушения, которые прописаны в наших алгоритмах и во всех диагностических критериях, да, то есть когда у нас, допустим, четкие есть определения, градации, когда через 2 часа у нас есть окно серой зоны, так называемое, глюкоза будет больше 7,8, но меньше 11, то есть это как раз нарушение толерантности глюкозы, или натощак она будет больше 6,1, но меньше 7, тоже вот это окно, серая зона, тогда мы говорим, что да, это преддиабет, и он дает. Но если же показатели выше, там 7,1 и 11, то это, конечно же, мы диагностируем диабет и говорим, что да, пациент у нас уже, к сожалению, с диабетом. Самое первое, что мы должны дать пациенту, это мотивацию для того, чтобы он изменил свой образ жизни. Без изменения образа жизни, к сожалению, никакой метформин, ни остальные другие препараты не будут ничего делать. Вот так. То есть всем ЗОЖ? Нет, всем мотивация. Вот я тоже хотела, может, даже с этого даже начать немножко, сбилась, что
на планете, да, идет изменение питания, изменение поведения, да, мы все потихоньку уходим в гиподинамию, и очень вкусные продукты, мы все уйдем на потребление, больше употребление калорий, да, даже вот эти исследования, которые говорили о том, что говорят, что там в конце 80-х годов мы ели по 2,5-2,200 килокалорий в сутки, сейчас мы едим по 3,500, по 3,300 в средний человек. То есть калораж очень сильно увеличился продуктов питания. А расход энергии у нас снизился. Мы все передвигаемся на транспорте, никто никуда не ходит пешком, воду на плечах да не носит, дрова не рубит. Физическая активность у нас снизилась, можно сказать, до нуля. То есть мы энергию не расходуем, но энергию очень сильно потребляем. Поэтому с избытком массы тела такие цифры, что по всему миру 80% людей, да, а с ожирением, ну, практически там в России такая цифра, она плавающая, потому что никто толком, ну, таких вот посчитать не может, но считается, что это 20-30% населения. 20-30% населения с ожирением – это очень-очень много. Прям глобально много. Поэтому, а здесь ожирение – это такой многофакторный же процесс. Очень важен подход к пациенту совсем многогранный. Чаще всего надо работать именно с психологическими аспектами, потому что люди, которые привыкли к определенному образу жизни, им очень сложно переломить себя, очень сложно что-то в себе поменять. Поэтому здесь надо задача эндокринологов и остальных врачей, которые занимаются ожирением, это не просто сказать, вот да, 30 минут в день шагайте, кушайте меньше, закрывайте рот и до свидания. Нет, здесь надо с пациентом прям четко понять, в чем причина, почему он, допустим, так вот набирал, что он заедает, может быть, какой-то там стрессовый фактор или еще что-то такое. Объяснить ему, что копилось все это долго, и сейчас будем и терять это достаточно долго, чтобы пациент тоже собой взял себе много-много запас терпения. Понял, что это не просто так, что он пришел на прием, сказал, что да, я готов, все, говорит, возьмите меня, да, я худею. Не так, а что он пришел, и он четко понимает, что сейчас он будет следить потихоньку, понемногу, убирать свои продукты, какие-то питания, уменьшать. То есть мы всегда говорим, не надо, вот как многие прыгают с места в карьер сразу, ели много, а тут взяли на кефир с курицей перешли, да, с огурцами. Так тоже не работает. Это будет, опять же, набор потом еще больше. То есть здесь надо постепенно, понемногу снижать свой рацион, калорийность питания, именно вот по чуть-чуть. И вот сейчас школа тоже, говорю, пересматривает эту тенденцию не 1200-1800, а минус 500-1000 от суточного рациона обычного. Только тогда мы достигнем нормальных результатов. И опять же с пациентом надо прям постоянно говорить, обсуждать, почему, что, зачем.